позвольте себе инновацию. При этом вам не нужно тратить большое количество денег. 5999 рублей. Более того, я вам, знаете, что хочу сказать? Доставка будет бесплатная каждому, кто заказывает себе эту мультиварку. Это настоящее чудо техники, друзья. Как бы здорово мы с вами не готовили, в любом случае нам нужен 100% результат. Гарантия, что время мы тратим не зря. Это 100% гарантия удачных блюд. То есть вы просто кладете еду, закидываете ее в чашу мультиварки, ставите таймер и уходите заниматься любимыми делами. Смотрите свой сериал, она сама определит, когда выключится, когда ваше блюдо готово. И более того, она даже будет подогревать его до тех пор, пока вы не решите подойти и покушать. Итак, друзья мои, конечно же, единственная в мире 3D-нагрев, друзья мои. Итак, друзья, давайте с вами еще раз посмотрим. Скидка практически 4000 рублей. Большой комплект даже с фритюром. Там встроенный фритюр, друзья. Такого буквально нет в других мультиварках. Напомню, две расцветки у вас есть на выбор. Мне досталась красная, но я брала из прошлой партии. Она была последняя, хотя очень хотела золотую. Золотые пока есть, друзья. Вам больше, чем мне повезло. Заказывайте, пока они есть. Ну что ж, готовы? Так. Итак, друзья мои, сейчас, смотрите, сейчас одну секундочку. Итак, друзья, вот она, кстати, золотая мультиварка на ваших экранах. И мы сейчас продемонстрируем вам что. Посмотрите, вот оно меню, очень понятное. То есть, на что... Пусть помолчит пока секунду. Я что хочу вам сказать. Вот у меня, к примеру, мама, она очень сильно переживает, справится она или нет. Вы переживаете, к примеру, что вы не сможете понять, что там да как. Элементарно. Мы подобрали такую мультиварку, которая с вами говорит на одном языке. Давайте проверим. Тихо, тишина, друзья мои, смотрите. Тихо. Мультиповар. Температура 100 градусов. Время работы 30 минут. Можно я микрофон у тебя подвину вот в эту сторону? Да. Выпечка. Ой. Время так. Работы 50 минут. Отлично. Что еще скажет? Сейчас, тихо. Макароны. Время работы 8 минут. Потрясающе. Так, зачем же это нужно? Вопрос, Олег. Время работы 5 часов. Так, так, так. Плов. Время работы 1 час. Так, тихо. Молочная каша. Тихо, вот, тихо. Время работы 25 минут. Вы представляете, где-нибудь вы такое видели? 3D-нагрев, я нигде не видел. 3D-нагрев, 3D, она еще говорит, 46 программ. Инновация, технология будущего, и которая едет уже к вам. Моя стоит на складе. Это вообще, я прям слушай, жду этого момента, друзья. На самом деле круто. А у меня к себе самый главный вопрос. Для чего нужно вот именно это голосовое сопровождение? А, совершенно верно, друзья мои. Ну давайте вспоминать. Наши мамы, бабушки, просто есть люди, которые... Мало того, что плохо видит или не хотят вникать. Есть же такое? Есть. Не хотят вникать и не надо. Не хотите вникать, не надо. Нажимаете, и она говорит, сколько времени готовит, при какой температуре. И самое интересное, она сама автоматически выключится. Это вот это здорово, действительно. То есть это стопроцентная, напомню, гарантия ваших блюд. Что ты готовил? Слушай, я готовил прекрасно. Мама мия, вот это говядина. Да. Ты, ой, слушай, как... Подождите, вы не уходите. Я сейчас буду демонстрировать, как она с легкостью... потекли. Все, я стала искать чесноком. Свою вилку. Подожди, уже пошла, не может. Я готова. У меня оператор даже открывает рот, хочет уже попробовать. Слушайте, посмотрите, какая красота. И это я готовил говядину. Давайте вспоминать, как вы готовите большую... Да подожди. Подожди, секунду. А теперь смотрите, я сейчас откладываю и беру, делаю следующее движение. Посмотрите, как она разваливается. Какая красота. Посмотрите, идеальные волокна, идеальные кусочки. А ведь это говядина. Это говядина. Просто потрясающе. Итак, давайте пробовать. Давайте с вами вот маленький кусочек. А мне нужно два кусочка. Я вот смотрю на нашего Сережу оператора и не могу. Он прям. Так я ему могу кусочек. Через это дать. Нет, он живой человек, друзья. Ему нужен живой кусок мяса. Итак, передаю вилку Сереже. Сережа заберет вилку. И я буду тоже пробовать все. Потому что, друзья, просто не знаю, успокоиться невозможно, когда вы видите такой мясо. Что значит хватит? Потом попробуешь. У нас передача. Зрителями неудобно. Господи, какая она мягкая. Я буду все перечислять. Да, спасибо. Тихо.
Говорит, говорит. Я не люблю мясо, сразу говорю. Я вот, не ну не это... люблю я его по жизни. Не любит оно. Но это мясо очень вкусное. Вот раз. Действительно, друзья, это действительно очень вкусное, причем оно мягкое. Два. А, волокна, знаешь, бывает, переваришь мясо, оно разваливается. А здесь оно расходится на волокна, но при этом 3. Тает во рту. Слушайте, это 10 аргументов, это не 3, это 10 аргументов. 3D-эффект. Друзья мои, давайте вспоминать наших ма... Оль, да ну, ты чего, мы передачу ведем. Договори. Ну неудобно. Вспоминаем наших мам, бабушек, как они стоят у плиты, как они готовят, как они мешают. Знаешь, как ноги затекают долго. Ты знаешь, ты мне говоришь, когда я повар, знаешь, как у меня болели. У тебя тоже? Конечно же. Друзья мои, теперь ничего не надо. Давайте взглянем сюда. Чудо техники. 3D-нагрев. Теперь минуточку. Начнем с этого логотипа. Аната. Это керамика запатентованная. Это гарантия качества. Здесь чаша сделана из этого прекрасного материала. Угу. Теперь смотрите. Эффект русской печи. Вот она. 3D-нагрев. То, о чем мы говорим. А что такое эффект русской печи? Вот что это значит? Что значит эффект томления? Томление при небольшой температуре 120 со всех сторон, потому что здесь 3D-нагрев. Слушайте, в этом меня... одно и то же блюдо из одних и тех же ингредиентов будет гораздо вкуснее. Конечно же. Давай посмотрим, как работает 3D-нагрев. Снизу нагревательный элемент, сбоку и сверху. Ты представляешь, это одна из немногих мультиварок, где встроен нагревательный элемент вверху, в крышке. Потрясающе. Друзья, это чудо техники. Сегодня по специальной цене 5999, порядка 10 тысяч рублей в магазинах. Сделайте свой правильный выбор. Мы... О! Звоночек есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы? Меня Люба зовут. Я из Курганской области. Курганская. Здорово, была в Кургане, кстати. Да, круто. Люба, ваш вопрос. Какая необычная мультиварка. Говорит, фритюр у нее даже есть. Да. Да. Скажите, а я вот с ней точно справлюсь? Я прослушал, что? Да, точно ли справится Люба с этой мультиваркой? Ведь она такая умная. Конечно же, Любочка, все легко справится, друзья мои. Легко, готовьте любые функции. 46 А почему врага. Легко? Вот чем докажешь, что легко? Давайте на меню посмотрим. Посмотрите, давай. Все на русском языке. Да. Таймер, меню, старт, время. Олег, покажи какие-нибудь функции. Так, сейчас, тихо. Так, тихо. На русском языке, посмотрите, все на русском языке. Вы только нажимаете одну кнопку, смотрите, тихо. Варка, время работы 40 минут. И все. Вы точно с ней разберетесь. Здесь все понятно. Потому что вам не надо... Да-да-да, Люба, мы вас слушаем. Я говорю, здорово, то есть любую программу можно. Любая, включить. Любая. Там одна кнопочка, буквально с помощью которой вы меняете программу очень легко и просто. А какой цвет вы выбрали? Красный. А у меня тоже красная, здорово. Кстати, тем телезрителям, кто хочет золотой, хочу сообщить прекрасную новость, вам еще достается. Мне не досталось в прошлой партии. Золотая тоже есть. Люба, остались ли у вас вопросы? Нет, спасибо, я все поняла. Спасибо. Слушайте, вам огромное очень за звонок. Прекрасно. Да, не забывайте, кстати, что и в Курганскую область будет бесплатная доставка. Да. Ну что ж, делайте заказ, всего доброго. Итак, ну продолжаем. Слушай, я хочу дальше. В этой мультиварке я открываю и готовлю сразу два блюда, друзья мои, на двух ярусах. Это горячих. Тот винегрет, который ты порезал в нашем блендере. Да, совершенно верно. В нашем блендере порезал, отправляю сюда и сделал это на пару. Представляешь, как это удобно. Здорово. Выкладываю это сюда. Овощи на пару гораздо вкуснее, чем просто вы отварите. То есть можно готовить два блюда. А внутри... Хотела спросить, что воду внизу? Льем и все, и потеряла дар речи. Нет, здесь мы готовим прекрасный суп. Суп у нас служит в качестве пара. Вот прекрасно, смотрите. То есть меняются вкусовые вот качества, да? Становится винегрет прям вот пропитан бульоном, совершенно верно. Давайте вспоминать вот этот прекрасный суп, как вы готовите. А наверху можно готовить, слушай, кстати, курицу. Знаешь, несколько хозяек готовят одинаковый винегрет. Так. К вам приходит подруга в гости и говорит,
Вот в чем хитрость? Вроде те же самые продукты. Я делаю также винегрет. Почему твой винегрет вкуснее, чем мой? А потому что у вас есть своя хитринка, у вас есть свой маленький секрет. Это ваше чудо техники. Друзья мои, это единственная мультиварка, где встроена функция фритюр. Фритюр нигде нет. Смотрите, вот эта сетка, корзина с ручкой идет в комплекте. Смотрите, вы опускаете и готовите. Масло можно готовить, кстати, чебуреки, пончики, наггетсы. Ой, особенно сейчас, когда холодно на улице, хочется такой вкуснятины. Наггетсы, куриные, рыбные. Как же это вкусно. Итак, давай подведем еще раз итог. Почему это чудо техники? Давайте с вами просто сравним. Потому что эта мультиварка, во-первых, она разговаривает с вами на одном языке, в прямом смысле слова разговаривает, да. Плюс там 3D-эффект, действительно, 3D, да, и сверху... Эффект настоящий, встроенный снизу нагревательный, сбоку и сверху. Здесь еще фритюр, 46 программ, керамическое покрытие, и она еще говорит. Стоп, а это все не важно. Знаете, что самое главное? В два раза дешевле, чем в магазинах. В два раза. Вот это для нас гордость настоящая. Друзья, в вашем магазине, если вдруг вы найдете эту мультиварку, потому что она очень редкая, она будет стоить порядка 10 тысяч рублей. Сделайте свой выбор. Бесплатная доставка, кстати, каждому. Совершенно верно. Друзья мои, двигаемся дальше. Это еще маленькая часть того, что мы приготовили. Итак, здесь специально я приготовил завтрак. Это у тебя омлетики. Это омлетики в керамике. Запеканочки маленькие можно. Можно запеканочки, кстати, можно готовить яйца на пару, можно картошку на пару. А какую посуду мы здесь используем? Я использую обыкновенную керамику, термокерамику, которую используем здесь специально, чтобы не треснуло. А правильно я тебя поняла, что любую посуду, которую мы ставим в духовку, можно и сюда же? Конечно же, друзья мои. А внизу, Олечка, обрати внимание, вверху, опять же, мы готовили омлеты, либо яйца, а здесь настоящая томленая каша. Обратите внимание. Как я полюбила кашу. Она даже, знаешь, такая слегка. Такая, вот как ты, я даже не могу объяснить. Жалко, камера не передает вот этот аромат. Как же она пахнет. С ванилькой ты ее делал, да? Ой, слушайте, как я готовлю, к примеру, кашу. Знаете, я люблю рисовую кашу, но чаще ем овсянку, потому что просто залил и проще. Все. Хотя хочу рисовую есть. А почему? Рисовая у меня постоянно убегает куда-то. Потому что, просто у меня нет времени ее контролировать. А здесь вы закинули, и она сама закончит в тот момент, когда это нужно сделать. Это очень здорово. Плюс потом будет подогревать, пока вы не подогреваете. Дойдете. Это гарантированный результат. Из раза в раз у вас будет получаться идеальная, к примеру, каша. Идеальная. Что у тебя там? У меня здесь рагу прекрасная. Голубцы мы готовим наверху. Я выкладываю туса. 3D-нагрев. Кроме того, что оно еще и говорит... А как я сказал? Оно. Она говорит. Давайте расскажу, как 3D готовит. Снизу нагревательный элемент. Вот этот нагревательный элемент, он находится внизу. Все правильно. Он нагревает под одной температурой, сбоку тоже под этой. То есть сбоку тоже нагревательный элемент. И ты представляешь, и здесь встроено тоже сверху в нагревательный элемент в крышке. А давайте посмотрим, что вы можете приготовить. Можно приготовить йогурт. Кстати, можно приготовить творог, друзья мои. Вот, друзья, я с Олегом уже разговаривала сегодня по этому поводу. Может готовить огромное количество неожиданных для вас блюд. К примеру, традиционные ваши супы, это, понятное дело, очень вкусно, но вы даже можете пиццу сделать в мультиварке. Да. Это быстро и вкусно. Плюс любые каши. Рисовая, овсяная, перловая, плов делайте, пшено, что хотите. Это такие возможности. Итак, друзья мои, еще раз. 3D-нагрев, 46 программ. Кстати, Олечка, еще раз напоминаю, что есть встроенная функция фритюра. Знаешь, как удобно готовить пончики, чебуреки? Я лично тестировал. Опускаешь, разогреваешь температуру, и она готовит любое блюдо из фритюра. А также, еще раз напоминаю, выпечка, йогурт, варенье. Оля, знаешь, что мы забыли сказать? 200 рецептов, книга идет в комплекте. Ты представляешь, как удобно? Да. Открываешь, нажимаешь, и все. Ну что ж, друзья, давайте с вами вспомним, как вы, к примеру, стоите над кашей, ждете, пока она приготовится, уходить от нее нельзя, и вы пропускаете любимый сериал, да? Либо вы просто стоите, у вас уже замлели ноги, вы смотрите свой любимый сериал, но вам хочется прилечь на диван. Было такое? Либо чуть-чуть, к примеру, делали к приходу гостей запеканку, она чуть-чуть пережарилась. Есть такое. Было такое? Было, у меня даже было такое. А хотите, чтобы все восхищались тем, как у вас 100% получается идеальными блюдо за блюдом, день за днем? Легко. Чудо техники. Совершенно верно. Еще раз. 3D-нагрев. Представляешь, как удобно? Здесь фритюр говорит,
3D-нагрев. 46 программ. Кстати, Олечка, керамическое покрытие чаши, что позволяет нам долго, конечно же, долго жить ей, я так скажу, осмелюсь так. Потому что керамика – это абсолютно безопасный природный материал, и он сделан из природных материалов. Он долговечный. А теперь, друзья, прекрасная новость. Это новая партия. Я приобретала эту мультиварку. Вот сегодня я забираю из старой партии. Оставались только красные. И то в двух штуках. Одну забрала наш администратор, другую забрала я. Сейчас новая партия, и есть еще золотые. Я вам честно, искренне по-белому завидую, потому что я очень хотела золотую. Если вам тоже нравится золотой цвет, вы успеваете его сейчас заказать, потому что это новая партия. Но она тоже ограниченная, друзья. Объясню почему. У нас самые низкие цены. Честно, нас за это не любят обычные магазины. Почему? Но мы с этим справляемся. Да потому что к нам уходят люди, которые в магазинах раньше оставляли кучу денег. Сейчас это гораздо удобнее. Заказывайте.